допустим, спортсмен по юниорам фехтовал успешно, привык к тому, что он там в какой-то, ну, условной там какой-то группе лидеров, да, вот. А потом взрослое фехтование, он, ну, естественно, это редкие люди, сейчас мы видим, вот итальянцы, венгры молодые такие, очень перспективные, действительно прям врываются, да, в этот плотный строй мировой элиты, но это скорее исключение, чем правило. Вот, и вот человек взрослеет, ему надо вроде как определяться со своими дальнейшими планами на жизнь, да. Тут вот он был звездой, вроде как все было хорошо в юниорах, а сейчас у него взрослое фехтование, а у него, допустим, ну, идет какой-то, ну, нет результата, да, так проще говоря. Естественно, это сложно дается психологически, и человек не понимает, а получится, не получится. Ну, плюс, еще раз повторюсь, взросление. Смена нужна, ну, нужно набирать какое-то более зрелое фехтование. Ну, такой период, да. Теряем мы на этом периоде людей.